Этот саженец – один из 3000 деревьев, которые появятся в Косихе к фестивалю Роберта Рождественского. Группа компании «Союз» выбрала Косихинский район для своей ежегодной зеленой акции. И место не случайно. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Рождественского. Праздник будет особенным. В рамках подготовки к нему муниципалитет озеленяет фестивальную зону. Мы же ежегодно принимаем участие сами по своей инициативе, облагораживаем территорию. Все-таки экологическую обстановку мы пытаемся улучшить. Мы хотим себя позиционировать как предприятие экологическое. То есть это очень важный вопрос, сделать посадку зеленых насаждений для нашего будущего. Здесь высадят почти 3000 саженцев сосны и порядка 70 маньчжурского ореха. Их приобрели на средства компании в алтайских лесничествах. Молодые кроны распустятся уже через пару лет. Я думаю, зеленая аллея четко впишется в естественную красоту нашего места. Добавим, фестиваль Роберта Рождественского состоится 25 июня. В нем примут участие известные актеры и певцы страны, танцевальные коллективы и ремесленники. Кстати, Косихинский район не единственный, в котором деревьев станет больше. Группа компаний «Союз» проведет посадки и в Калманском районе. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.